Дачный дом и соседняя с ним баня сегодня сгорели в Нижнекамском районе. Огонь вспыхнул в 6 утра, и свидетелем всему были владельцы соседних участков. Они уверяли, что в домике никого нет. Отчего тогда вспыхнуло пламя, расскажет Алина Мусина. Вот такой красивый, ухоженный летний садовый домик. И что стало? Валерий Ибушев – один из очевидцев пожара. Он до приезда огнеборцев тушил огонь в соседнем доме. Ведрами таскал воду. Сижу, чай пью. Мне сосед машет. Айда, говорит, пожар там. Ну, тут же сразу владелись. Сколько было воды, а там уже такой водой только невозможно было. Невозможно было. Что там ведрами? Огонь вспыхнул в 6 часов утра. Двухэтажный дом сгорел за считанные минуты, а вместе с ним вся мебель, вещи, инструменты. Единственное, что уцелело, так это кирпичная кладка. Огонь перекинулся на теплицу, в которой уже успели посадить помидоры. Полностью выгорела и соседняя баня. Со слов, значит, самих владельцев садового участка установлено, что они вчера приезжали, убирались на территории и производили топку печи. В данном случае причина может быть либо перекал печи, либо неправильное устройство самой печи. Этот дом принадлежит семейной паре. Они проживают здесь только летом. В момент возгорания хозяев жилища не было. Сейчас причину возгорания выясняют дознаватели. Алина Мусина, Альбина Валеева, Марсель Джураев. Вызов 112.